это Радик, сделали снимки, перелом ребер. Берем общий анализ крови, установка катетера. Щенок, его нельзя никуда транспортировать. Я снимки его посмотрел, я вам написал уже, там ателектаз в одном легком. И ему требуется сейчас постоянно кислород. Вот, если у него кислорода не будет, он может погибнуть просто-напросто. Я завтра буду на месте. В любом случае, ему нужно стабилизироваться, ему нужно сидеть в кислородной камере. Это сейчас основное, что ему необходимо. Вот, завтра я буду на месте, посмотрю его. Ну, и как я вам сказал, с бедром это, скорее всего, позже мы все делать будем, когда уже минует вот риск с вот этим ателектазом легких, что там еще что-то такое нехорошее может произойти.